Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем выживать в Dying Light. Что у нас сегодня по плану? Сейчас мы вспомним сначала. А, мне нужно к Зеро сходить. Ну, возможно, сегодня просто мы и закончим играть. Так, я маленечко прибавлю звука, потому что я вот все как-то пытаюсь настроить, чтобы слышно было игру. Вот, но как-то не очень у меня это получается. Вроде так должно быть слышно получше. Так, я у себя маленько убавлю звук в наушниках. В общем, поперли к Зеро. Ага, поперли, да? Так, а как? Что здесь сундук есть, который какой-то? Который я еще не открыл, что ли? Ох ты. Поперли, в общем, к Зере. Так, а у меня... Подожди, я вот эту... я расхерачил туда. Здесь у меня яростный хашпеш, который мне, по сути, нахер не нужен. Ну-ка, двухстволка. Двухстволка у тебя... Не, не двухстволка, вот клятволом. У тебя патроны-то у меня есть в клятволоме? Балабас у тебя, не патронов. У тебя только есть вот лук. Лук. И... Ангельский, ангельс, меч ангела. Вот им мы сейчас и будем рубиться. Погнали, короче, к Зере. Зере. Ну, написано же Зере там, как я могу сказать, Зера, если там Зере написано. 206 метров, отвали. Так, я что, со светом включенным бегу? Отвалите, что? Ну, что вы пристали? Идите нахер. Ух ты, ёптыть. О, подружайка. Подружайка. Я уже соскучился по тебе, знаешь? По твоим визгам сумасшедшим. Ты, наверное, тоже по мне скучала, да? Так, опять что ли где-то пердуны эти, крикуны. Блевоны там. Да, там что-то это. Ну-ка, давай вот так. Па-пух, ушла. Так, а там что это? А... Ну там эти, Райса херачатся с тем бычарой. Они мне вообще абсолютно не интересны. А, ну либо не Райса люди. Ну, кто-то, короче, с тем, с бычарой бьется. Мне на него тратить время неохота. То я тут что-то прям загорелся с желанием Ведьмака третьего пройти. И причем, знаете, пройти не торопясь, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы там карту всю облазить, допки там все сделать, все задания с доски. То есть, в общем, полноценное, короче, чтобы прохождение такое прям на 100 плюс часов получилось. Потому что... Ух ты ж. Дружище, ты меня спасаешь или хочешь меня отпиздить? А, так ты хочешь меня отпиздить, да? А вот хер тебе, мутанты пусть тебя. Ой-ой-ой, друганы. Опа. Ой ты, чуть не промазал. Так. А это кто, Райса, люди? Ах ты ж! Чё-то это... Что-то я лоханулся, да? Жестко причем лоханулся. Ну, в рот тебя компот, ёптыть. Нахер ты возле этой библиотеки очнулся? Чё-то на это... У тебя же есть способ там по старинке, то есть... Бах, умотал их с лука с расстояния. Чё у тебя, стрелы, лук, нихера опять. А, подожди, мне ж надо там тебе продать все. Давай мы тебе двухстволку сплавим, полицейскую винтовку. Яростный хашпеш. И все. Чё ты думал, что я тебе еще что-то продам? Еще что-то я тебе продам? Так, вот это вот. А, где тут ты, да?
Муфит. Ты слышал громкую музыку? Кто там нарочно ее включил? И зачем это? Тот парень ищет смерти. А вот теперь я слышу громкую музыку, да? Ну, это вспомогательный там дополнительный квест. Вы в курсе, что у вас тут радио пердит? Так. Сколько? О, 107, да? Ну ладно, 107 еще не критично. 107 еще не смертельно. Так, тогда мне надо взять вот это вот. Чтобы вас, блин, расстрелять, мудаков. Стой. А, блин, если я взрывные стрелы поставлю, вас же может просто с крыши сбросить. И тогда я без патронов, да, останусь. Отличный железный топор. Отлично, что он отличный. Я очень рад тому, что тут отличный железный топор. Мне сперва нужно одного мудака. Или мужика, да? Ну, нужную букву сами подставьте. Мужик он там или мудак. Так, все, я взял патрончики, это... Блять, и винтовку взял, да, еще? Все, так, а кто-то, подожди. По-моему, там кто-то базарил. Но там больше некому базарить-то. Кто тут мог базарить-то? Ух ты. Охренеть, слышно, как вода плещется. Только странно, конечно, что такая небольшая и слышно, что как там плещется она. Так, подожди, вход. Ну, вход где-то снизу, да, получается, раз ты мне показываешь. Здесь у вас... Давай мы хоть ради веселья молотовым вас сожжем. Так, а здесь кто-нибудь есть? А я ж могу это читерство использовать. Как оно там? Чутье. Тьфу ты, не читерство, а чутье называется, вот. Или как? Нету тут никого. Ну-ка, здесь я могу зайти. Слушай, я вот открыл, да, и что? Ебать тебя. Как ты меня нашла-то, подруга? А, тут просто, да? Тут как бы так. Ничего серьезного, ничего интересного. Ебать, да как вы меня находите-то? Не, ну понятно, ладно, бабы-то там, а не это. Но мужикам-то что от меня надо? Вы это, давайте, прекращайте. Так, подожди. Сейчас мне надо... Я вот думаю, мне туда с разбега пробежать. Сука! Я-то откуда знал, что вы здесь, мудаки? Да в рот тебе, блядь, ты задолбалась, честно. Блядь. Все нахер. Это я... Так. Got it.
капец, пришлось отвлечь, извиняюсь. Пришлось отвлечься. Ладно, что мы тут этих замочили? Это мне ничего не надо. Ну-ка, вот вы там тоже погорите, мудаки. Так, а мне куда тут надо? Сюда. Ну и чё? А, так, я чё, за статуэткой, что ли, зашел? Вы чё, серьезно? А, может, в эту дверь? Ну. Нет, как бы. В дверь вообще. Ну, а. Понятно, тут лифт. А лифт? Лифт, лифт, лифт. Ну, давай ты спускайся. Чё так долго-то, ёлки? О, подожди, марлю. Давай марлю соберем. Поехали. Так, а чё, там, наверное, мне стрелять придется, да? Давай хоть это... Патрошки возьмем. Это вдруг от этих сейчас мудаков придется отбиваться. With Zara's research, Dr. Camden might actually have a chance to develop a cure. На основе исследований Зеры у доктора Камдена может появиться реальная возможность разработки вакцины. Жаль, что так вышло с доктором Зера. Мы с ним были рады возможности изучить вирус Харана. Не говоря уже о том, что ВГМ очень даже неплохо платили. Кстати, мы сейчас на разведном электропитании, так что функциональность везде минимальная. Мне нужна была электроэнергия для последнего эксперимента, но генераторы перегрелись и выключились. И что ты мне предлагаешь? Ты мне сейчас что предлагаешь? Тебе генераторы включать, что ли? А, то есть нажать еще кнопку надо, чтобы дверь лифта открылась. Отлично. Ну, хоть до этого этажа я хоть доехал. Вы, надеюсь, не против, что я поделюсь воспоминаниями вслух? Впервые за столько недель у меня появилась возможность пообщаться с живым человеком. Сука, а ты это... То есть, а до этого ты что, с зомби общался, да? Ну и как они? Как из них слушатели? Блять, все, все водой заливает. Ну ладно. Сдох и ладно. Блять, еще вот огонь этот. Ох ты ж, сколько вас там. Подожди, это что я... Да, чуть не забыл. Дверь в главный коридор открывается только вручную. Вам нужно войти в помещение охраны и проверить выключатель. Уже иду. Так, помещение охраны это здесь, да? Ну что, наверное, свет включим? Давай начнем отсюда. Так, тут... Это не открывается, это... Она не открывается. Пу-пу-пу-пу. Давай посмотрим, что здесь есть. Бля! Шайтан. Ты чё, бля? Я уже здесь, а ты все жрешь. Так, подожди. Ну и чё? Здесь, что ли? Так, что мне надо найти? А, мне не надо найти, мне надо вот сюда, да? Залезьте. Крысы, 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 блядь, крысы-то какие, прям. Урдалаки, сука. Что там такое? Что там такое, что меня аж страшно стало? Что? Все. Все мертвы. Ха-ха-ха, ёптать. Хитрый, да, такой? Знаем мы вас, уродов. Любите вы так прятаться. Из-под тишка потом нападать. Вот вы. А вот она, по-моему, да? Карта, все, я карту взял. А что такое? Все, я открыл. Теперь идите по главному коридору, лаборатории слева.
Когда грянула эпидемия, мы с Зеро остались в зоне карантина, чтобы найти вакцину. Знаете, кто должен был нас охранять? Кадыр Сулейман, сам Раис. И все шло прекрасно. А дальше что? То есть ты потом дальше начнешь рассказывать, когда я не смогу читать, да? То есть... Ну, ты, конечно, красавчик. Давай откроем. Здорово. Давай поз... Ты! Ёпт, я уже это... Я здесь. А ты все туда ломишься. Так, что у нас тут? Тут. Чё вы там? Опачки. Что там такое? Здоровяк, ты ли это? Чудесно. Чё сейчас мне этого громилы тут не хватало? Ладно, единственный путь в лабораторию через дезинфекционную камеру. Вход справа. Охеренно. Но все изменилось, когда погиб брат Райса. А, ты продолжаешь историю, да? Райс превратился в человека с чудовищными наклонностями. В настоящее полноценное чудовище. Сука, ты договори уже это полностью, а? Вот херово, когда русской озвучки нету. Блять, а может русификатор для Dying Light есть? Я бы уже давно бы его, наверное, это установил бы тогда и... Чтобы открыть дверь, надо запустить процесс санобработки. Но ничего не получится без электричества на полную мощность. И вот тут нам нужны генераторы. Идите в офисную зону. Когда доберетесь до туда, я направлю вас дальше. Ладно, схожу. Нас с Зеро должны были перенаправить в безопасное место с помощью агентства ВГМ. Он был очень похож на нас. Тот агент, который нам помогал, он должен был эвакуироваться вместе с нами. Но все пошло не по плану, и мы с Зеро застряли здесь. Теперь будьте очень осторожны. Я не очищал то крыло от мутантов. Мне просто не было надобности. Какое, блядь, крыло? От каких мутантов? Я отстал от них. Мы разделились, но мне удалось. Здесь я занялся поиском вакцины. А что мне было еще делать? Завалит. Я открываю. Какую дверь? Ты че, блядь? Какую дверь ты открываешь? Сука. Я думал, ты эту открываешь. Шахту, блядь, эту. О, ебать. Сейчас еще. Иди нахер. Главное, чтобы ты не взорвался. Ты долго там гореть-то будешь? Так, подожди, а кто тут? Зеро и этот агент присоединились к Брекену. Я бы тоже присоединился, если бы мог. Прошу прощения, но единственный путь в машины зал через вентиляционную шахту. Шахта ведет в кладовую, оттуда вы сможете выбраться в коридор, а потом к генераторам. Чудесно. Фу, блядь. А, я дверь успел закрыть все-таки. Чудесно. Не, вот тут бы не помешало это еще такая. Арава зомби, чтобы он их нахер убил, блядь, своим пузом взрывающимся. Здорово, ёптать. Ах ты ж. О, нифига. Она еще что, цепная, что ли?
Она еще и это скачет от одного к другому, да? Так, что здесь есть? Какие-нибудь статуэтки, что-нибудь еще там? Пасхалочки, что-то такое тут. Ну, по-моему, нету тут, потому что я сколько смотрел, то как бы не это. Не рассказывали про то, что здесь какие-то пасхалки, еще там что-то есть. Но если не... Так, теперь мне надо вот сюда. Слушай, куда мне надо-то? Где тут? Тут дверь какая-то, что тут есть? Хер-то тут, а не дверь. А, вот, ептать. Так, здесь тупикас. А почему ты мне показываешь, что мне куда-то сюда надо? Ну вот, я сюда, да. И... Что ты там... А, ну все, я сейчас вот здесь вот так вот пройду, да? Так, бычара. Бычара, привет. Ну ладно, я тебе... Так, этого я убил. А этих можно и из лука убить там, да? То есть вот. Не, я вот так хочу. Сука, я... Я тебе... Хочу в эту попасть. В баллон, ёптать. Да встань ты, мудень. Еще не все потухли там. Так, а где мне спуститься-то теперь, ёптать? Ну, сюда и... Ой, ёбарсоте, блядь. А я что, здесь встать не могу, да? Ебать его. Так, тогда подожди, вот так. Так, придется доделать этих стрел. Стрела рейндж. Ох, стрел-то осталось-то хер да нихера. Блять, собирать придется теперь. Придется собирать. Все, этот трупешник. Так, чё куда? Чё куда или чё кого, да? Вот, какой вопрос правильный. Чё куда или... Или чё? Так, вы все там, да? А, ты что, не сдох, что ли, еще? А почему ты не сдох? Блин. Так, а тут... Не, подожди, вот. Ну, стой ты, ёптать. Куда? Так, стопэ. Ты мне показываешь, что мне нужно вот сюда. Ну, или как бы туда, вон, а туда мне как попасть? Ты зачем я сюда вообще пришел? Подожди, можешь... Здесь никак. Там есть какие-нибудь эти? Нихера непонятно. Опять я что-то, блядь, подтупливаю. А, подожди. А, стоит тогда. Вот, ёптать.
Так, если там тупик. И чё? Сюда. Вот тут друган. Халк. Мутировавший. Все, ты тут только один. Халк. Давай вот на всякий случай вот так вот сделаем. И никого не слышно. Стрелки собираем. Может, делать не из чего, блядь, все гвозди потратил. Так, тебя надо откатить тоже, да? А ты поднимаешь просто. Черт, гвоздей-то нету, блин. Ну ты-то тоже сейчас оживешь, да? Ну и тебе надо тогда по морде дать, чтоб не обидно было. Давай откроем. Я хер ее знает, куда ты. А, это к этой. Все понятно. Так, это... Это... Вон генераторы. Генераторы. Открывай. Лалай. Ты оп сомневался, что, блядь, не сможешь открыться. Подожди. А чё ты? Я чё, ёптать? По кругу прошелся или чё, я не понял. А нахер ты? Что это за ерунда? Ты чё, ёптать? А может, надо было просто вот так вот сделать? Да? Понятно все. То есть просто надо было сделать вот так вот. Отлично сработано. Теперь возвращайся в дезинфекционной камере. Я думаю, даже если бы у Зерри была возможность выйти на... из карантинной зоны, он бы остался помогать людям. Они с тем агентом, что-то он там не успел прочитать. Да и полюбасу какую-нибудь херню он там сказал. Так, карантинная это сюда? Сюда, да? Нажмите кнопку у двери, чтобы запустить процесс. Ну давай, запустите. Что произойдет? Мертвые умрут. О, смотри. Умер, мертвые умерли. А мне теперь тогда как заходить туда, блядь? Там мертвые мрут, а я живым пойду туда, да? Вообще огонь. Что дальше-то? А все? Ну все, теперь можно войти. А, да? Короче, это на живых не действует, это только на мертвых действует, да? Ну чудесно. Меня эта новость обрадовала. Еще бы за убийство таким способом бы тоже очки засчитывали. И было просто чудесно. Че? Сюда? Слушай, я уже задолбался тут это бегать.
Крейн, рад пожать вашу руку. Давайте скорее образцы тканей. Я пока вам покажу одну фотографию. Сейчас, минутку. Ну все, процесс пошел, это займет какое-то время. Так что вы там говорили? Ой, это он, это тот агент ВГМ, о котором я вам говорил. Как его звали? Амир. Да-да, Амир Горейш. А откуда у вас его фото? У нас есть общий друг. Образцы все еще жизнеспособны, это хорошо. При небольшой доле везения наш путь сюда будет. Кстати, а где остальные данные? Я знаю, Зера подготовил 2 пакета. Мы еще это обсудим, док. Сейчас мне надо разобраться с этими делами из ВГМ. ВГМ? Крейн, вы с ними поосторожнее. Их публичный имидж лживый насквозь. Это не люди, а бессердечные лживые ублюдки. Понял, док, спасибо. Будем на связи. Сколько чутка не хватило, да, мне? Качнуть уровень. Так, а куда мне сейчас? В обратку идти. По этим темным мрачным коридорам. Кишащими зомби. Да? Ну ладно, а чё? А что? Мне ж не привыкать. Давай сюда. А, то есть типа в лифт, да? Ну теперь-то лифт на полную должен работать. Я встретился с Камденом. Он рассмотрел образцы ткани от Зеры и сказал, что есть надежда найти вакцину, если удастся добыть остальные материалы Зеры, которые сейчас у Райса. Я не знаю, где прячется Райс. Значит, надо связаться с этими сволочами из ВГМ и попробовать что-то придумать. Камден, Крейн, повторяю, с этими мерзавцами из ВГМ надо держать ухо востро. Оба уха у вас подставляют при первой... Они поставят вас при первой возможности. Я знаю, док, я буду на чеку. Я просто хочу прояснить ситуацию. Чё, время 0:13, да? То есть ночь. Глубокая. И вы мне предлагаете, чтоб я, блядь, тут всю ночь сейчас... Да? Ну, короче, можно вот так вот, конечно, всю ночь, блядь, делать. Прыгать. Да? И по это... Вкачивать себе. А можно... Можно. Поспать тут нельзя. Это херово. Что поспать тут нельзя? Просто сейчас ты выйдешь на улицу, и все, и тебе... Пиздос. Пиздос-попадос. Пиздос-попадос. Так, ну-ка, я могу еще этих молотова сделать коктейли? Ага. Ну, как бы могу. Так, подожди, а что такое? Что за звуки? На меня кто-то охоту открыл или что? Не, ну, по всей логике вы не должны туда попасть. То есть вам... Как бы размер этой щели не позволяет сюда пробраться. Сука. Там лютни жесткие. Очки ловкости какой-то даются там, да. А что тут дышишь-то так, блядь? Ну-ка, я смогу отсюда съебаться, если что. Это неактивно стало все. Я теперь не смогу. Я не смогу теперь. Сука, в этих опасно стрелять, мудаков.
что умотают меня за милый мой. Просто умотают меня за милый мой. Горите, твари. Сгорайте. Кто-то опять сдох там. Просто пробежать 197 метров. Это, конечно, херня. То есть просто если я добегу до этой крыши, то есть эта зона небезопасная. Это небезопасная зона. То есть я до туда, если... Ну, безопасная зона вот здесь, да, стадион, безопасная зона. А сколько до тебя, до стадиона? До стадиона 104 метра. То есть в безопасной зоне я смогу, по крайней мере, выспаться там, да? Вот, я, по крайней мере, смогу выспаться. Так, мне сейчас надо подожди, сперва... Путь отсюда прорубить. Вот. Сука, мутируют. Мутируют эти мудаки. Охереть, мне кто-то втащил. А вон там этот стоит. Блядь, хер выберешься сейчас отсюда. То есть только утро надо ждать. Ладно, сейчас это... Попробуем все-таки. Попробуем. Сейчас только этот пиндос там горящий свалит. Погоня отстала. Так, ты ушел. Фу, погоня отстала, и мы... Сука, да неужели я 100 метров-то не смогу пробежать? Я че, блядь, прям такой днище, что ли, блядь, что я 100 метров не пробегу? Вон она уже, безопасная зона. А, ёб твою хири-хири. Топи, 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 топи. Топинамбур, топи, блядь. Топи. Все, я добежал. Я красавчик. Больше в это очковал. Погнали. Спать. Спать. Спать внизу где-то надо. Спать внизу. Так, подожди, барыга, у тебя что-нибудь есть тут? Да, давай к барыге подойдем, потому что, может, у него там что есть. Ничего нету, да? То есть давай тогда мы вот это, вот это, вот это. Вот это все продадим. Ах ты ж, вот тебе ноги-то, блядь, нихера нет. Так, ты че тут? Тайник игрока. А мне... Че ты нам сказал, не понял. 6000 чей. Исследователь я, да, типа? Ну, апнили. Сука, не апнули уровень. Не апнули. Че, пойдем опять к барыге. Появилось что новенькое. Чертеж, чертеж, разрывные стрелы. Херня, короче, всякая. Просто обычные стрелы, да, у тебя появились. Це, купить все. Все. Все, ладно, гуляй. Гуляй, гуляй, гуляй. Так, давай мы, короче, сейчас добежим до ВГМов. До ВГМа. Ну, то есть, вернее, до места общения с ВГМ. Так. Ну, вроде недалеко.
еще выше, да? И а ты что, сможешь ко мне прийти? Ну давай. Приходи, я тебя жду. Трой, я отдал образцы доктору Кам. Теперь мне надо связаться с ВГМ. И что ты им скажешь? Встретимся позже, Трой. Это Крейн, как слышно? Кайл Крейн. Ты меня слышишь, да? Райз, ты где? Там, где мне и следует быть, на вершине своей башни. Хотя она еще и не достроена. Но уже возвышается монументом хаосу, энтропии, единовластному управлению. Я тебя убью за то, что ты сделал, Джей. Вообще за все. Я убью тебя, гад. Я надеялся, что ты разозлился. Видишь ли, у нас с тобой война. Война противостоящих философий, в которой я и выяснится, чье мировоззрение верно. Иди сюда, Крейн. Иди попробуй со мной сразиться. Как вы, американцы, любите говорить, слабо тебе или нет? Знаешь что? Брось, никакой войны нет, есть только твои гребаные иллюзии. Иди к черту. Ну нет. К черту я не пойду. Но из Харана уеду, да? Видишь ли, я заключу сделку с ВГМ. Кстати, воспользуюсь твоим собственным переговорным устройством. Им известно, что все данные доктора Зерри теперь у меня. Они называют их ключами к царству. Очень скоро за мной пролетит вертолет и заберет меня отсюда. Представь, сколько зла я смогу причинить, когда выберусь из этих стен. Конечно, если ты думаешь, что сумеешь меня остановить... Ты тупой, сукин сын. Я ждал, что ты скажешь. Давай найди меня, Крейн. Надо закончить начатое. Да я-то тебя найду. Я-то найду тебя. Другой вопрос, сможешь ли ты меня найти? Я-то найду и... приду и жопу тебе надеру. А вот найдешь ли ты, сможешь ли ты меня найти? Чего? 20 уровень я уже апнул. Ничего себе. А это что? Это что такое? Отнаучитесь... Не привлекая мне мания. Щит это... А это вы легенда Харана, вы получаете дополнительный усилитель здоровья и учитесь использовать кошку, щит, маскировку более эффективно. Так, научитесь делать ловушки в машинах. Ну давай научимся, похеру. Так, чё? Ох. Заманчивое, конечно, предложение, чувак, ты мне сделал там, да? То есть встретиться с Райсом на крыше там, да? Вот, и... Давайте, наверное, все мы это в следующей серии сделаем. То есть встретимся с Райсом. Дадим ему по полной, короче, просраться. И посмотрим, чем эта история закончится. Все, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч. Всем пока.